Сегодня, купаясь на одном из пляжей Джумейры, мы случайно заметили поблизости рыбный рынок. Это здесь рыбный как причал находится. Вот видите, то есть здесь реально ловят рыбу. Вот тут лодки есть рыбацкие. Вот видите, они здесь уже закончили, наверное, сегодня утро, уже 11 час. Наверное, они с утра рыбачили. И здесь прямо внутри должен быть рынок рыбный. Кстати, не все, даже кто здесь живут, знают про этот рыбный рынок. Они думают, что рынок рыбный только один в Дейре. А на самом деле здесь, совсем рядом на Джумейре Роуд, тоже есть рыбный рынок. Пойдемте зайдем внутрь и посмотрим, что там можно купить. Да, действительно, здесь внутри рыбный рынок. Вот смотрите, там прямо написано «Сук аль-Бахар фо фиш». Это переводится с арабского как «рынок у моря рыбный». На этом рынке есть очень много рыбы, в основном местного вылова. Даже вот акулу можно найти. И здесь же висит плакатик, какого минимального размера рыбу можно продавать и ловить. То есть, если рыба меньшего размера, то ее продавать нельзя. То есть, они должны эту рыбу отпустить, а на прилавок должны выпускать только рыбу, которая больше. Будьте аккуратны, внимательны. Здесь не вся рыба местная. Например, кальмары, там еще некоторые другие виды рыб. Они могут быть из Омана, из других соседних стран. А вот местная рыба – это именно рыба, вот, которая указана на этом плакате. Очень удобный плакат. Здесь прям видно, какая рыба. Название видно, и прям вы можете сразу посмотреть. Также здесь есть два вида рыбы, которые нельзя ловить и продавать с 1 марта по 30 апреля. И здесь висит предупреждение, что будьте внимательны, не ловите рыбу такую, не покупайте. Видимо, они хотят сохранить этот вид, наверное, они вымирают. И также штраф 2000 дирхам. Здесь также предусмотрены места для того, чтобы разделать рыбу на месте, прям можете разделать. И также можно здесь же пожарить, то есть такая возможность тоже есть. Но мы заехали сюда довольно поздно, как видите, уже рынок сворачивается, некоторых продавцов уже вовсе нет. Поэтому приезжайте сюда, пораньше приезжайте, наверное, лучше часов в 8-9 утра. Но имейте в виду, тоже есть такой момент, чем раньше приезжайте, тем рыба дороже, потому что она свежая. А если вы приезжаете попозже, то им надо эту рыбу уже быстрее продать, чтобы она не осталась, и она будет дешевле. То есть у вас есть выбор приехать пораньше, купить дороже, но она будет самая-самая свежая, то, что выловлено. Либо приехать попозже, купить уже чуть-чуть полежавшую рыбу, но тогда она будет дешевле.